Меня зовут Климова Евгения. Я работаю риэлтором федеральной риэлторской компании «Этажи». Специализируюсь по новостройкам Москвы и Московской области. Сегодня хочу познакомить вас с жилым комплексом «Михайлова 31» от крупной девелоперской компании «Инград». Срок сдачи – второй квартал 2019 года. Группа компаний «Инград» строит жилые кварталы с помещениями для коммерческой инфраструктуры на первых этажах, подземными паркингами и линейными парковками, детскими садами, школами и приватными дворами. Каждый проект имеет свое лицо и имя. В каждом уникальный подход к архитектуре, дизайну общественных зон, инженерным и планировочным решениям, благоустройству территории. Но есть и общее, что объединяет все проекты компании и отличает их от конкурентов. Это монолитные дома, панорамные окна, высокие потолки, квартиры с отделкой. Один из таких жилых комплексов – Михайлова 31. Это клубный дом, расположенный на юго-востоке Москвы, недалеко от метро Рязанский проспект. Он возводится в районе с уже сложившейся инфраструктурой, шаговой доступности от Кусковского лесопарка, большого лесного массива площадью свыше 300 гектар с несколькими прудами, зонированными местами для прогулок, активного отдыха, детскими площадками и зонами для барбекю. Именно это играет решающую роль при выборе квартир в данном жилом комплексе. Ведь после насыщенной рабочей недели так хочется отдохнуть всей семьей, находясь в окрестностях своего дома. С лесопарком граничит усадьба Кускова. Это бывшее имение графов Шереметьевых, где сохранился архитектурно-художественный ансамбль 18 века, что позволит проникнуться историей жизни тех времен. Внешняя инфраструктура жилого комплекса «Михайлова 31» включает в себя удобную транспортную доступность. Всего 15 минут пешком до метро Рязанский проспект, 7 минут до железнодорожной станции Плющева Казанского направления, и через 15 минут вы уже в самом центре Москвы. Если же вы передвигаетесь на автомобиле, то это 7-15 минут до МКАД, 10-20 минут до третьего транспортного кольца и всего лишь 20-30 минут до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса «Михайлов 31» включает в себя двор без машин, двор-парк с прогулочными аллеями и зонами отдыха, дизайнерское ландшафтное озеленение и освещение дворов, современные детские спортивные площадки с безопасным покрытием. Вход в подъезд состоит из зоны ресепшн и помещения для хранения колясок и велосипедов, что очень удобно на сегодняшний день. В отделке входных групп используются только качественные современные материалы, керамогранит для напольных покрытий, декоративные HPL-панели, дизайнерские подвесные потолки со встроенными светильниками. Панорамное остекление наполняет лобби естественным светом. Архитектурная составляющая фасада выполнена в современной стилистике. На первых этажах отделка натуральным камнем доломит. Декоративные решетки для кондиционера выполнены в форме французских балконов, что позволяет сохранить общую концепцию, задуманного дизайнерами при разработке данного проекта. Теплый подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте, не выходя из подъезда, а также есть возможность приобрести кладовые помещения для хранения сезонных и крупногабаритных вещей. На ваш выбор предлагается 45 вариантов удобных планировочных решений от студии до трехкомнатных квартир метражом 29-97 метров квадратных. Во всех квартирах установлены стеклопакеты, выделены места под кондиционеры. В некоторых квартирах уже предусмотрен дополнительный комфорт в виде двух балконов или кухни-столовой до 20 метров, а также ванных комнат с окнами, что сегодня приобретает увеличение спроса на современном рынке новостроек. В студии представлены 29 квадратных метров, однокомнатные квартиры 36-60 метров, двушки 55-88, трехкомнатные квартиры 73-97 метров. В заключение своего обзора хочу сказать, что покупая квартиру в жилом комплексе «Михайлов 31», вы получаете сразу несколько преимуществ для жизни. Это удобное местоположение, современный облик с продуманной концепцией современной инфраструктуры и высокий уровень качества жизни. Группа компаний «Инград» не просто строит жилые комплексы, а задает стиль образа жизни, в котором хочется жить, любить и мечтать. Если вы хотите выбрать квартиру своей мечты, готова помочь вам с выбором. С вами была Климова Евгения. До встречи на сделках!